Короче, сначала разминка. Тут разные оружия будут у тебя появляться при смерти. Это ничего не значит вообще. Можешь умирать. А потом будет вначале слабый пистолет. Если ты убьешь 3 раза кого-то, пистолет станет лучше. И так дальше. До самого лучшего оружия. Кто быстрее дойдет, тот и победил. О, черт. Кажись, у меня лагает. Вообще не понимаю, что происходит. Да, какая-то маленькая карта. Со всех щелей бегут. Оружие здесь покупать не надо, оно автоматически, да, там меняется? Да. Шутаны для быдла. Как скажешь. Погоди, ты же хотел играть в этот... Killing Floor. Ну, то есть ты, ну, быдло? Да, это исключение. Я быдло не отрицаю, а это исключение, кстати. Хотя знаешь, это относительно. Вот если меня сравнивать с Шоком, то я вообще нисколько не выйду. А тогда, тогда. Да ты скромный, конечно. О, раунд начался. Кстати, спасибо, что напомнил. А что там с Киллингфлором-то? Ну ты же ничего не написал в группе. Я говорил людям, если хотите играть в какую-то игру, не из списка, напишите в пятницу, чтобы я мог ее скачать. Блин, я забыл, что знаешь. Ты хотел в Killing Floor. Да, я поэтому сам не скачал. Я думал, просто что исключение, мне не нужно писать туда, ты как бы и так со мной каждый день разговариваешь. Все равно надо, я забываю. И к тому же, 2 человека это мало, надо, чтобы еще желающие нашлись. Эй, Бедуан, будешь Killing Floor? Откнулся. Я с тобой ни во что играть. Он понимает, что к нему обращаюсь. Я мог говорить это, между прочим, тебе, либо Владесу. Вот если бы ты нормально его попросил, он бы сыграл, да, так? Да и так, Абабян, не соизволите ли вы следующую вещь какой-нибудь ублюдок? Я его даже нормально прошу. Ты, если бы ты сначала нормально его попросил, а не сейчас уже. Глубоко уважаемый Давид Габабян. Все, токсин, хватит. Записывай. Всё, я в контроль играю, я не слышу тебя. Всё, ты записываешь, что ли? Алло. Ну да. О, кто-то зашёл. Алло, алло, кто там? У меня новый пистолет. А. Круто. Алло, алло. У меня тоже новый пистолет. Это с этого канала вообще нет нормального пистолета. У кого-то тут уже дробовик. Вау, я на первом месте. За синеньких. А, кстати, да. Черт. И сразу я начал умирать. Надо как-то запрыгнуть на эту штуку. О, ништяк. А, да ладно, только запрыгнул, сразу убили. Кто за какую команду играет, друзья? Я за тебя, но вроде не. А? Только я очень много людей убиваю, но у меня счет почему-то 3-9. Ты за террористов или за синеньких? Я за ментов. А, окей, я тоже. Ну почему-то как-то неправильно очки считаются, я не пойму. А, ты talented player? Да. Очки не считаются, считается твой уровень. Просто там, я где, то, что... там, где должны быть твои убийства, показывают твой уровень. Блин, у меня мышка что-то заморосила, она каждую секунду отключается, подключается. Это плохо. Мне почему-то она не Ах.
зараза, кот не дает жить. Что за кот? О, неплохо я залетел. Ого, кто-то на 15 уровне уже. О, походу на меня опять. Ой, Зигл. Тебя. Да ладно, что это вообще такое, троих это зарезал? Ну да, как он за секунду прям троих. Я стою, стреляю в него прям впритык и не попадаю. У меня дробовик отняли. Ой, зря я выпрыгнул. Кого-то еще зарезал. Да ладно, ну что ж такое-то? А Сникерс это кто с нами играет? Да, да, это я. Ну мне просто что-то синий пинг какой-то большой. Погодите, как тут говорить? А, вот. Да. Девочки, хватит плакать уже. Вот разревелись, я не понимаю из-за чего. Ножи! Блин. Ладос. Чего? Скажи себе в бане кошелек. Зачем? А мне не я тебе 500 рублей на микрофон нормальный скину. У меня киви. Ну окей, скажи его, эти 100 рублей на микрофон. Слушай, Токсин, скинь мне пару тысяч, я себе комп нормальный куплю. Ну микрофон, я скину не только... Мне насрать, какой у тебя комп, потому что микрофон-то твой слышишь не ты, а я. Мне неприятно слышать. Ужасные звуки. А почему он с ножиком так быстро бегает? Нет, он если... Если ты два уровня проходишь подряд, не умерев, тебе дают бонус на скорость передвижения. А ты говоришь баланс. Баланс? Только она не навсегда же. Побегаешь там пару секунд, и она закончится. Когда у человека мышка подвисает, и очень тяжело убить такого человека. У меня, я не могу контроль играть нормально, у меня что-то мышка сломалась, походу. Она все чаще и чаще подвисает на 2-3 секунды, и нужный момент... Отговорки, отговорки. Токсин, как обычно. Не, ну серьезно, мышка сломалась. Ой. Да-да, мы знаем, мышка сломалась. Кто-то уже получил гранаты. Надо аккуратно теперь бегать. Если зарежет, то... А, все. Приехали. Если зарежет, уровень сразу понижается. Нет, он дошел до последнего уровня. Если он зарежет кого-то, он победил. Вот этот вот 3DFX победил. Что-то за фигня какая-то. Меня резали все время.
вспышку. Что мы за месяц появляемся? У нас что? Я появляюсь что? Уже третий раз и просто умираю. Разминка же. А. Алло. Алло. А, у меня просто, я думал, у меня проблемы с этим. Что меня... Сервер. Вроде слышно тебя, все нормально. У меня просто что-то с интернета, мне показывает в скайпе, типа, интернет пропал. Да, нормально, его слышно, их вам. Мне слышно. Сейчас я попробую перезайти. Он же как робот говорит, блин. Ну, я? Это... Ну слова же слышно. Слышно. Да, ты, конечно, слышишь, голос. Вот поэтому купи хороший микрофон себе. Маленький. А что дает разогревка? А просто оружие. Свои деньги у бабушки. Ваша фигня. Токсин плохого не посоветует. А я его не слышу все равно. Почему? Забанил? Он картавит, а я. А можно забанить и не слышать его? Да. Сейчас забаню. Черт, у меня яйца чешутся. Тут бегать надо. А кто Фотя Тофуба? Я не понял, что? Нет, Фотя Тофуба. Ну, ник скайпе. Вот сейчас я прочитал. Какой-то... Черт. Не знаю, о чем ты. В скайпе вроде кроме нас никого нет. Не, ну вот в скайпе. О, ты меня застрелил. А. По-моему, это токсин, вот это фотит. Вот. А, может быть, он же ники меняет постоянно. Так, я отходил, делал чай. Какая хоть эта фуба? Я таких не знаю. Что за шняга? А вот она тут наконец-то запустилась. Ай. Зараза. Ого, кто-то уже на 8 уровне. Но как? Что за виртуозы? Знают, может, хорошие нычки, где сидеть и гасить. Я сам вон в хорошей нычке. Сижу. Кто такой Фатята Фуба-то? Какая Фатята Фуба? Ты что? Где ты такого нашел? Да он в скайпе. Где? В скайпе. Блин. О, подстрелил Диму. А, это у тебя такой звук был? Я надеялся, что я кого-то. Ай-яй-яй, кто-то спалил мою нычку. Эй, Владос, так может ты расскажешь про этого Фатя Тофуба? Да. Что-то мы террористы прям сильно разошлись. Слушай, Шок, а ты террорист? Нет, конечно. Почему? Ты же немного не русская национальность. Слушайте, а может на какой-нибудь другой сервачок? Я хорошо пошутил. Алло, слушай, может какой-нибудь другой сервачок пойдем, а то мне просто что-то... Тогда поищи сервер, где у тебя нормальный пинг, а мы к тебе зайдем. А давайте на карту 2000 или Гангейм. Да, любую карту найди, без разницы, просто где у тебя будет нормальный пинг. Mm-hmm.
какой ты заржаза. Я только залез, застрелили, блин. Ну, вроде вот нашел там, правда, сейчас будет музыка играть. Давид, будем доигрывать или сразу зайдем? Он нашел? Пускай скинет IP, мы зайдем. Я услышал звук скайпа, вроде скинул. Да? Или нет? Нет? Ну, я вот да, скинул. А, вот же скинул. Скайп. Давай зайдем, Давид. Я уже захожу. Ай, какого... Давайте хотя бы за одну команду тогда. А, ну, давайте, да. Что? Вариант. Ни хрена себе не проблема. А, ну ты что, играть не умеешь, Кайти бегать? Да я тебя из такой мышкой выносил. Где? А, ты ждешь? Блин, я зашел за террористов. Черт, видимо, я буду против вас, ребят. Ну ничего, надерем тебе задницу. Обидно. Записывает? Ну да. А ты решил опять посраться, да? Капец. Неисправимый ты человек. Блин, это обидно. Смотри, Давид, ты зашел и ты жив. Я зашел, я мертв. Ну я сбегу с пистолетом, а у них, видимо, какие-то серьезные пухи. Да мне бы хотя бы пистолет. Ой, не буду мониторить, это уже хотел сказать. Дали по башке мне. Такое впечатление, будто у меня из-за записи подлагивает. О, нет! Ах, так и знал. Ну, повернись, мышка, она бесит, когда не поворачивается. А, окей. Нас это всех убил. А мы тут типа точку держим. Что это? Так. Он вроде не с Аимом был, я смотрел, как он играет. Какой Аим? А я хоть одного тоже убил. А я в другую сторону посмотрел. Это я гранатой задел? Что-то меня не нравится. Мне не нравится это затишье. Этот чекист как раз остался. Оу. Да ладно, черт. Хе-хе. Я убил чекиста. Блин, сразу карта меняется. А, на это меняется. Я как будто босса убил. И сразу новый уровень. О, разминочка. А. Блин. Я туда не могу зайти. Что это? Я не понял, почему у меня здоровье уменьшилось, но не было значка, как будто по мне стреляют. А! Ты, типа, разми... Ой. Ты посмотрел на меня, побежал дальше. Да я забыл, что это. Там вроде свой был. Нет, мне, короче, пришлось зайти за этих. Не успел. Где-то здесь террорист ныкался.
Да, как они метко стреляют с такой херни. А что там стрелять? Зажимаешь просто. Ой-ой. Ладно. Меня убили сразу. Да выебывался. Ну, опять зависла мышка. Даже обогнал ты меня из-за этого. Не засчитывают же скиллы. Блин. По нулям у всех. Обогнал, имею в виду скорости бега. Мы с тобой в одну сторону побежали. А-а-а. Значит, один остался. О, я испугался. О, кстати, калаш. Ништяк. Вот калаш меня сейчас подвел. Я прям в упор подошел, стрелял. У меня осталось то ли 15, то ли 16. О, нет. Да, как он бесит. Где тебя застрелили? На Зиге. Зиг! Хайль. Спасибо. Ой! Погодите, они что, слепые, эти два парня? Ну, походу, они не понимают, где кто. Охренеть. И походу они еще и лагают. Хотя нет, вот вроде 58 пинг. А он так двигается, как будто у него ну 200. Да. Ой. Или 300. Черт. Токсин, тебе надо в Comedy Club. Ты бы прославился. Ну да, наверное, такой же юмор. Нет, там обычно шутки про жопу и про говно. Блин. У меня мало шуток про жопу и про говно. А вот, вот это мне нравится. Страйкер, ты лагаешь, удали контру. Логично. Нет, купи себе нормальный интернет. Удали конфу. А, ну так... Как говорю конфу, контру, тьфу. Ну так, достаточно гениаты играют. Ну и вот ты. Черт, помогите на Зиге снова этот чекист. Это Сникерс. Как я сейчас не заметил, там ладно, Сникерс тоже, но чекист мне раздал. Ой! Прям полышка полетела, прям. Я пока закупался полдня, они уже добежали туда. Спецназ работает. А, ты еще жив, блин, это я такой лох получается. Пока в этом раунде ты. Зато у нас лагерь, страйкер всех убивает. Ништяк. Блин, я этого чекиста не смогу убить. Я тут походу понял, в чем проблема. У него очень мало здоровья, 12. Ну, попадешь и убьешь. Почему он на мента похож? Это вам бесит. Он этот Вин Дизель. Идем со мной, Давид. Где? Я прыгаю, видишь, я прыгаю. Я как знаю, где вы сейчас пойдете. Ты не знаешь, ты не знаешь. Крадемся. 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 Ой, я в себя флешку кинул нечаянно. Прокрались. А, блин, чекиста нет. Вот беда. Я где-то слышу, надо звук прикрутить, подкрутить в игре. Слышу стрельбу, но не могу понять, где. Оу. Мачете убивает. Мачете немножко убил. Блин, я гранату выкинул, там хп мало осталось. Я тоже кинул. 18 оставалось. Уже хоть не затащил, мы ни одного раунда не взяли. Ага. Команда мечты. Дима. Ой. Я побежал, я понял. А все, прыгаем вниз, вниз, вниз. О, бомба, кстати, у нас на. А где черт? Мачете убивает меня. Найс.
ты меня, кстати, гранаты не убил, но я успел отбежать. Ну да, я ожидаюсь. Ну чё это только сой? Получилось как обманный маневр. Он подумал, где-то сверху стреляют, но попасть не могут. Типа так и планировалось. Да, я тут мышку поменял местами, теперь Давид, неудобно. Давид, а ты уже убежал? Черт. Я уже там гранаты кидаю. Ну ладно, я могу вернуться. Да, где-то нет, там? Нет, уже поздно. Беги там, куда бежал. Я хотел совместную вылазку устроить. А, нет. Падла. Бесит. Ой. Надо, короче, звук прибавить. Он, походу, слышит мои шаги. Ну, конечно. Либо на шилке ходи. Ой, это слишком громко. Я слышу, кто-то стреляет на воздухе, на зиге, если не на центре. А почему у него две грамма? Он подобрал, наверное. О, Сникерс четко дал гол, блин. Как музыку вырубить эту идиотскую? Ну никак. Не знаю, звуки в КС обычно. Но он сразу будет начать писать все. Ой. Погоди, я тебя слепил, ты, да? Ну, когда... Да. Да, только ты бросил в другую сторону, и оно недолго продлилось. Понял. Замаз, хотели. Так, ну же, зажимай shift. Я уверен в своих силах. Так вот меня же палишь, я крадусь. Ну, я знаю, я знаю. Я специально поугарал. Он внизу. Хорошо, тогда обезвредить, а я буду охранять тебя. У меня нет... Ой, мне в голову, да? Ну ладно. Итак, поди, да? Наверное, я не... Хотя, может, я успею. Блин. Вот очки заработал. Может, подскажут мне? А там смуха сидит на базе. Не подсказывают. Ой, мне сразу в голову дал. Я даже не успел застрелить, они все там по длине прошли. Да ладно, сколько их там? Все, я нажму всех убили. Блин, это что ты такое? Можно стрелять. Круто, оборонялся, но тебя убили. Блин, я помню, как-то надо что-то прописывать, чтобы музыку вырубить. Ну, я не помню. Она меня бесит. Да нет, в настройках на минимуме у меня. Тут на сервере музыка, типа, после каждого раунда играет. На зиге. О, спасибо, Давид, ты мой герой. О, и меня убили с другой стороны. На длине прошли. Нас зажали, мы в меньшинстве. Вот этот типа Райан Килл, он походу ни хрена не делает. Короче, ладно. Буду без звука, может, а то бесит. Может, давайте я за вас зайду. Ну, зайди. Возможно. Это ты неудачно время вышел для перезахода. Выбрал для перезахода. Сижу как. Как это вы мачете пропустили? Он мне надавал. У меня там не было. Пиздюлей. И мне надавали. Там байкер. Байкер этот, блин. Охренеть. Ладно, все, беру другое оружие. Какой байкер? Ну, это Вин Дизель. Он пробежал.
прям перед тобой пробежал. Он и... не байкер, он гонщик вроде был. Пускай будет гонщик. Он опять. Один. О, чекиста убили, это самое главное. Там. Там у кого-то спокойной ночи малыши, что ли? Спокойной ночи малыши не такая была музыка. Фак, не знаешь. Не знаю. Кстати, а он его до сих пор выпускает? Ты это у меня спрашиваешь, что ли? Я у всех спрашиваю. Своих можно подрезать, нет? Сикерс, ты кинул свою команду, да? А, ой, блин. Ну да, он же с нами играет. А все. А что у меня есть? Пускай ранкил переходит, да? О, ништяк. Командитель обиделся теперь. Один чекист за них. Внизу он там на длине, ребят. Давайте зергом его возьмем. Как если я на длине? Ну, падла. Он бегает с этой, со скаутом. Да, скаут. Ладно, идем на шифте. Аккуратненько так. Как про. А он уже убежал. Походу он слева там на длине ждет. Да, да. А, вон. О, ты тоже себе скаут взял? Да. Фига себе. Так, я тоже соскал. Он думает, он один, что ли, может с нее стрелять. Помнишь, мы с собой один момент перестреливали, Дим, друг другу в голову стреляли. О, да ладно, у кого-то там скорострелка. Он взял скорострелку. Он разозлился. Вот, его убил. Там бомба у него. А, погоди, погоди. Сзади, сзади. Будем здесь сидеть? Да, конечно. Может, я его зарежу? Мачете. Сейчас выпрыгнет. Может, с мачете и нас зарежет. Тихо, тихо, он идет. Он идет, он идет, идет, вернись. Так я тут. Мне показалось, будто с другой стороны он стрелял. Нет, нет, отсюда. Да не надо его резать. Да я его хочу зарезать. Мачете зарезал, мачете. Так, меня перекинуло. Ты это записываешь, Дим, или нет? Против вас, ну да. О, и контра у тебя будет на ютубе. Почему бы и нет? Этот мудила скорострелку и на воротах. Да, я знаю, он там не один. Не успел убежать. А, ты тоже со скаутом. Плохая была идея. Блин, а что так, Син? А у тебя на канале какая-нибудь дота появится? Нет, нет, дота никогда. Зато на следующую субботу все проголосовали за доту в группе. Нет, я не буду такое играть. Боже, я испугался. Этот спортивный костюм, как у спецов. Я записал... А что ты не сказал, что он прошел на базу? Я же против вас играю. А ты уже против нас играешь? Да. Смайт, в принципе, я могу записывать, я даже чутка записывал. Но у меня хреновый комп и FPS чутка проседает в смайте, поэтому моя игра хуже, чем обычно на записи. Ой, где? Что? А, блин. Нормально, Дим тут команду мне оставил. Особенно Райан Кайл. Килл этот.
Ранкил. А я сейчас перейду. Я просто с ВП немножко умею. Немножко. Его тоже с ножа зарезали, блин. Вот, вернулся. Это меня радует. Так ты он тоже кучу фрагов набил. Да, и это я не разминировал бомбу ни одну, как некоторые. А, да, я разминировал. Каюсь. О, возвращаемся. Нет, а, ты там. И тут два Вин-Дизеля бегает теперь. Молодец, кто там прикрыл меня? У меня 4 хп осталось. Я. Так, кто-то там на их базе вроде бы. Мачете. Да. О, да ладно. Сила. О, Дима в этом кону дал вообще. Мощь. Токсина, ты пробовал смайт? Или ты уже ушел? Не ушел, не пробовал. А зачем тогда спрашиваешь? Они, Дима, они прошли. Да, я уже вижу. Запарили со снайперками бегают. А у тебя СМ-ка уже получается добить. Хи-хи. Вот эта музыка мне нравится. Есть, я выиграл. Стас Михайлов? Вернись, чмо, вернись. Он все равно умрет. Эй, Фэд, что за музыка? А у него, наверное, випка, и он пытается восстановить здоровье. Не, у него випки нет. Випка у того, кто Вин-Дизель. Их там двое, кстати, бегает. А, ну ладно. Ну, это музыка... я так просто предположил. Я не знаю, что это за музыка. Калинка-малинка, наверное. Да, что-то... Кстати, было бы интересно смайт поиграть, если бы было больше народа. Они на базе уже. Что-то как-то... Блин. Мне даже как-то стыдно. Ого. Вот это мне прилетело. О, за нас какой-то Балу раздает всем. Да здравствует Балу. Только я походу в него гранату кину. Еще одну у него кинул. Он походу меня полюбит. 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 Ну, я исправился. Полюбит! Все. Полюбит же, блин. Все, теперь он будет издеваться над тобой весь вечер. Как ты там говорил, забанил чувака? На. Я не знаю как. Я добрый и никого не баню. Кроме силы. О, убил. Ой, походу, опять отсюда. Мне кажется, они там через Зигу сейчас нам зайдут. Да, кстати. Зигу убивай! А нету. А вон он, там. Вот это позор. На ходу мне с АВП засадил без прицела. И мне что-то легко дал. Ну, тебе с прицелом. А я там снизу чувака ранил. Блин, а сейчас тоже АВП возьму. Сникерс! А, туплю, это ж... спецназ, я думал там еще один. Так погоди, мы в одной команде, можно без палева мониторить. А. Да? Сказать вам нет? Ну давай. На Зиге. Смотрит вниз. Сюда? Нет. Да, беги. Shift зажми как ниндзя. А, тебя палит это балу. Блин, нельзя. А, можно же попробовать подобрать? Где он? Нет. Да внизу там. Внизу? Знаете, взял за снайперку, блин. О, откуда у него две разрывные гранаты? Подобрал с трупа. Они же как бы випы. А, и тут можно сорсим. Да он замахал тебя. Закидывает его. Что-то я сомневаюсь, что ты его с АВП убьешь. Я тоже. Я сейчас думаю, два четких выстрела с калаша и все, и тип сляжет. А, он все, он... Ладно, я не буду говорить, это будет это как-то несправедливо. Но
Ты труп, короче. Да ладно, ну ты красавчик. Никто в него не верил, он победил. Да. Ну, блин, я не понимаю, тот чувак так четко смотрел сквозь ящики с калашом, как он его проворонил. Сникерса, я имею в виду. Я тоже так, я тоже заметил, я ж потом на сникерсе перед ним. Блин, а он переснул. Все, я выкинул муху, я понял, что мне с ним не везет. Ты... Блин, Давид, ты где? Так, ты? Да, ты. Пойду с тобой. А, я вижу, тот, кто лагает, это Сникерс, да. Все, я теперь знаю, как вы двое выглядите. А, ждем. У нас тут пати. Надо назад бежать. Они через... Сейчас постелю. Вот ты! Кто тебя за... Касси, откуда? Сзади. Где? Блин, меня... Блин. Я того почти убил, и меня сзади с это, с ОВП. Обидно. Там с двух сторон. Чёрт. Ну да, с двух сторон прострел был. Нормально, никого нету. Впечатление, будто в яме кто-то сидит. Не-не-не, не в яме, справа. Да погоди, токсин, тут напряженный момент. Понял, да, теперь откуда нас убили? Да, понял, понял. Они там бомбу ставят. А, все уже. А чё, видишь, значит мы играем с Б, мы же не знали, мы же даже туда не посмотрели в ту сторону, а там, оказывается, тип спрятался и нас расстрелял. А, черт. Что ты говорил, токсин? Так вот. Сегодня ничего, что антигры будут? Нет уже. Наверное, нет уже. Поздно? Ты во что-то еще хочешь? Ну, можешь было бы что-нибудь поиграть, я не знаю. Ну, у меня из списка Эдайн остался, но 4-0. Пока что. Ой. Блин. Ой. Как мы играли бы в 3-8-2, ну что? Или может катиться до 3-8-1. Ну, мы играли сегодня в 3-8-2, никто не зашел. Нет, я спал, я не виноват. Я звонил тебе два раза. Моя я спал, чиста. Потом зашли люди, все писали, что хотят 4-0. Я установил 4-0. Вот, а вы играли по танго или там по чему? Game Ranger. А, нет. По локальной сети. Откуда две гранаты? Тут что, на каждом углу трупы все с гранатами? Все поехали к Фету в город и вокруг него получили сеть. Еще одна шуточка из Comedy Club, типа, да. Да. Все, никто не пролезет больше. Ой, 15 секунд. Так, меня тут вот сам так. Вас убивают. Это я не стреляю. Ты был похож на того Вин Дизеля. Мне зарекать чем-то. Башка лысая, что ли? Мочить. Я ж не успел закупиться, я ж с одним пистолетом, и тут сразу мне начали все стрелять, мне было страшно. Ой, сзади. На нашей базе. Со стороны Б или со стороны А? Тебя убили. Ой, ты со стороны Б. Нет, со стороны А. То есть А. То есть наверху, на диге. Да, я уже понял, я только не могу. У меня есть. Он в этом. О, я успею. Ха-ха. Ой, думал, чел бьет. Так. Ой-ой. Опа-на. То где? Я на их. На их респе был только что. О, на АА. Ладно, уже поздно. Почему никто не оценивает мои шутки? Они не смешные. В этом-то всей.
А это новая мода. Не смешные шутки шутить, да? Кто дым кинул? Я. А, черт. На ихней базе. Уже не важно. На ихней? Расстреляли. Там на Зиге один меня убил. Ой, я себя уже. А, вам уже не важно, видимо. Ну, конечно, не важно. Меня первого расстреляли. А, я один остался. Сейчас я потащу. Слушай, Фред. А где? Я забыл тебе задать вопрос. А мне можно в твоих субботних посиделках какие-либо звуки включать в Sky? Не надо. Твоих природных звуков хватает вполне. Давид, помоги. Не иду. А я мачете убил. Ой. А ты не сказал, что там снайпер, да? Я не знал. Обидно. Очки так сливать. Посмотрел, у тебя там дырочки. Там сейчас один сзади. Закидали его гранаты. Тихонечко посмотрим. Кто-то побежал. Он сейчас по... Он там вон. Надо скалку купить, посмотреть, как они с ней. Они там у себя, наверное, из-за... Да, они там втроём у себя сидят на базе. Так, сейчас... Уйдем отсюда? Я вот хотел не уйти и добить его, блин, не получилось. О, я как самый умный тоже буду здесь сидеть. У тебя прицель. Я только хотел сказать, что ты в прицеле. Капец. Надо попробовать купить эту снайперку. Даже для випарей. Да, нельзя покупать такой мне. Вроде бы. Попробуй. Ну, вы можете подписать триал. Да. Это оружие доступно только вип. Вы можете прописать рил, вам типа это самое, там будут такой... Это уже нечестно. Он меня долбит. Ты там яме, Дим? Да. Одного убил. Сейчас я. Это ты, Давид? Да. Давай уйдем отсюда. Он там через Зигу пролезает. О, они уже пролезли. Думаешь, может, кто-то... Блин, назад? Тут всего Зигу, я только с одним ассоциирует. Ну, понятно. А, черт. В КСке имеется в виду зигзаг. Там справа, справа, Давид. Там, где ты смотрел, справа, он за ящиком. А, на... Вот там, да, где-то. А, ладно, там еще один внизу. Вот два внизу. Они все тут были. Я ж того типа убил, Я что-то... Погоди, я что-то не понял. Того типа, который тебя убил, я его убил. А, извини. И ты говоришь справа-справа, я там целое уцеливал, непонятно как. Походу я смотрел куда-то не туда. Когда уже включил мозги, то не увидел, что ты его убил. Как это у нас? Окей, на зиги. Давай мне туда дым. Закинем. Вот саново. Они там пытаются... А, они сейчас, наверное, все... Они... Вот, да. Ой, не нравится мне это. О, ты убил кого-то. Снайпера. Что? Как? Фигасе, ты красавчик.
Повезло. Там стил этим уродом, а то они запарились своими снайперками. Идем, идем со мной. Давид, 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 Давид. Вот я прыгаю, я внизу. Вот я. Ну блин, мы... Говори в скайп, тут нет прогов в скайпе. Ой, 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 ой. Там они все это... Короче... Не, ты зря туда пошел. Да нет, не зря. Я прикрою. Ну ладно. Все, я... Ой, они уже на базе, я тут на базе попробую их задержать. Если случайно, там где Нет. Один пробежал прямо на наш вот этот наверх. Я надеялся из ямы расстреливать их. Но никого нету. На зигу, может, убежал. Сейчас кое-кого заберет. Теперь мы террористы. Окей. Давайте на Б. Раз можно. А, ну давай. Только мы не так убежал, как... И ХП осталось. Все, я уже мертв. Ага. Ну вы побежали на Б, а я... Я испугался. Еще не привык. Ой, там этот самый какой-то... Снайпер, Дим, не стоило. Да, мне уже прилетело. Пол ХП. Что? А что это было? А, видимо, на Б нельзя останавливать. Ну, убил... А, тебя админ убил. Да. Урод. А им можно было, значит, в эту сторону идти. Давай в эту сторону ходить, но не устанавливать бомбу. Да нет, не хочу, чтобы он меня убивал. А им можно, значит, было нас со спины убивать. Мудаки. Мне кажется, что в КСК все решает сторона капец. На воротах, там полу ХП я оставил ему. Сзади, сзади. А, ты уже... Я же сказал, я же когда... Ты не слышишь, наверное, дай мне когда я говорю. Слышу, слышу, я просто с кем-то стоял, думал, со Сникерсом. А, ну это я и был, просто меня уже убили. Так я уже понял, когда меня убили. Короче, на воротах не стойте, лучше там снайпер стоит. Через зигу надо. Что там, на центре кто-то есть, да? Да, да, там это сам. Блин, я вот попасть не могу. Залетаем. Ну, какая у него окраска персонажа была. Костюмчик. Откуда? Тот тип, походу, что-то попутал. Дима ему сразу, с размаху. Я испугался. Пора, я его убил. Класс, в центр, типа? Ну да, центр чист. А, на ну... воротах двое. Я тогда этот... Блин, кину давай вернёмся. Дым кину, а вы идите бомбу ставьте. Я зачем? Пошу, можно их сейчас подкрысить тут. Ходим. А, в центре, да ладно. Я ж одного там убил. А он подобрал АВП. Так, не делай, назад. Нет, страшно. И побежал на Б. Ой. Тихо, тихо, не пугай меня. Я просто что-то не делал. Что, там кто-то есть? Да вроде нет. Побегут со всех сторон, зига, низ, да. Но вы уже победили вроде бы. Да, как я убью? Вот сейчас на зиге кого-то убьют. О, наблюдал. Хорошо, что я не сказал Давида убьют, а сказал кого-то, да? Да, так я всех убил. Хоть счет выровнял свой, то я ж там пока переписывался, мне надавали. Забежал к вам. Я через зигзаг. Попытаюсь. А, всех убили тут, в воротах в этих вонючих.
Люди, я бомба. Черт. Да как его не заслепило, ну? У него вообще грехня ХП. Там вот нормально. Что он там говорит? Не знаю. Никто за этим випом не следил? Нет? А, он админ. Что? Он админ, толком за ним следить. Ну и что, бывают такие админы, что тоже читы юзают. Ну, я что говорю, а толку, что мы сделаем админу? Нет, да просто интересно. Я вот, короче, один раз на этом сервере играл. Короче, я заплатил бомбу, да? Меня убили. И, короче, он начинает минировать бомбу, и за одну секунду, оп, и всё. А так есть же на некоторых серверах, можно дернуть шнур. Угадываешь? А, нет, а то, на этом сервере я вот хочу. А. Походу в центре там кто-то. Ого, так быстро. Вот, вижу. Там они снизу, до центра. Да, и наверху тоже. А, ого. Блин. Сникерс залетел. Сейчас я того сниму чувака. Там я видел. Это ж наш. Он азиатин. Ты чё пугаешь меня? Я не заметил. Ой. О, Давид, зря ты это выбрал. Скаута. Сейчас тебя... Ну спасибо вам, друзья. Чуть не зарезал, я тут чуть кирпичный. Я и так мониторю вам. Постоянно. Это еще просто звука нет их нормального, чтобы слышать шаги. Хоть такое мониторьте. Так-то ладно, я ж. Следующий раз. Прилетел. Черт, да ладно. Рез. А ты тварь, блин, пистолете мало патронов. Да, вроде. А что он спросил? Без Б играем. Ну, видимо, да. Звуки включить. Как вообще можно играть что-то без звуков? Тебе же нужно слушать шаги своих союзников, как что говорят. Как он сжигать чудо и без звука? Как он его зарезал? Ну чтобы вас слышать. С одного удара, ребят, что это за бред? А можно просто тише сделать. В шею, если спину зарежешь, можно ну вверх, как-то вверх там в шею попасть. О, точно не помню. Ужас какой-то. Там на... О, на центре там. Там это, 6 хп у мачете. Надо бомбу подобрать. Кто тут? Дима? Я куда туда бы? Не сунусь, там в центре по-любому есть снайпер. Сзади. А, блин, сзади, да. Я разок ему попал, но еще разок не был. У него мало здоровья, видит. Он последний. Вижу. Флешку и идет на тебя. Я думаю, Давид флешку заметил. Да. А, да я просто что-то сказал. Он наряд, снайпер на центре. Блин, мне смс-ку написали, игра свернулась. На воротах. Что-то мне не хочется туда бежать. О, на длине этот. Снайпер, я знаю, я же сказал. Я, как обычно, не слушал. Он будет ждать. На А. Сзади пробежали, со спины. Ты иди ставь, я прикрою тут. Иди. Так он там... Снайпер, вон, ой. Видишь? Давай сзади лучше. Там сзади.
Ай, блин, Дима, не слышишь? Говорю, давай лучше сзади убьем. Слышу? А ты всех убил. Так я его убил перед этим. Развернулся, но ты уже умер. Ну понятно, снайперка в ближнем бою. Возьми калаш, выгоднее будет. Я хочу снайпер этого цвета, пока он снайперку не уберет, будут отхватывать. Никогда не уберет. Сейчас по воротам завалит, где ворота пройдут. А я пробежал. Ой, а, ой, черт. Я нечаянно. И тебя закрыл. Да сколько? Ну снова две гранаты. Капец. Сидит, короче, со стороны А, смотрит на яму со снайперкой. Сейчас я ему дам с этой ямы. И справа, ты, вот куда ты смотришь, справа я знаю, там знаю. Еще один. Блин, не пугай. Это твой. Я того видел, заметил, я сейчас хочу снайпера сначала. Погоди, тот умер? А тот вышел, наверное, из игры, испугался моей снайперки. По-любому. Все, он на центре не сидит, он на базе сидит уже, на центре не вышел. Вышел кто-то. А, ну не он. В ворота бросили, сейчас меня сзади тип бьет. Да там невыгодно сидеть. О, на А сидит этот админ. Снайпер, я же говорю, он не выбегает, значит, на базе. Я ж смотрю, на центр больше не выбегает, я же говорю, наверное, на сидит там. Кто-то пробежал в центре. Да, значит, снайпер. Я как самый умный побегу проверить. Да нет, вроде бы. Походу на Б пробежал кто-то. О, там народа уже много. Вроде бы какое-то определенное количество людей должно быть, тогда можно на Б бегать. Видимо, это количество уже есть. Да как его убить, блин? Ужас. А, так это ты, Давид, у них на базе. Нет, для этого был тут мент. Стоял с пистолетом, я его только убил. А, так я в тебя стрелял. А, там темно. Я думал, ты враг. Не, я там крался, этого снайпера искал. Вон на Зиге кто-то есть. Сзади, со спины, со спины, со спины, блин. Я автоматически нажал перезаряжаться. Всех убили в спину. Я же говорю, ворота невыгодно бросать. Давай, Сникерс, давай мы с собой ворота будем прикрывать, пускай они там что хотят делают. Да просто бросьте туда дым. Можно... Да я бросил, и толку нету, и все равно зашли, и всех убили спины. Пробежали. Бомба. Уже двое пробежали. Бомба надо тащить. А, это не из наших. А, Зига. Ух ты, мне. Раздали. Ну они там капитально сидят у себя. Вот. Сникерс прям всех убивает. Угу. Где это видно? Сникерс наш герой. Он. Нефиг снайперку брать. Это новенький зашел со снайперка, сейчас попробую в центре его подкараулить. Ой,
Он меня подкоролил. Видел нас. What the fuck? What the fuck? Я думал, кто-то через дым убивает. На зиге. Ууу, целая толпа. Я лучше заныкаюсь. А сколько ж вас там? Блин, еще четверо. Погоди, я же двух убил. Вы заходили, что ли? Не размножаются быстро. О, наш снайпер убил их, но снайпер начал. Прикольно. И я одного снайпера повалил. Круто. Давай, Дима, добивай их. Алло. Что? Не слышно? Да. А то он не видит, что это. Шумит там что-то, но слышно. Там да. два со снайперками, кстати, в центре. Мне что-то с сервера выкинули, сейчас я призываю. Что-то сегодня какая-то сегодня. Пацаны и пацаны. А вы сегодня будете это в ДН играть еще четвертый? Вот на E8-2. Нет, 382 надо устанавливать долго. Я, наверное, его вообще не буду. Сейчас доиграем контроль и все. Все понятно, ладненько, давайте тогда пока. Давай, пока. Пока. Кто-нибудь знает, где долг? Ну, ищу его. Почему у нас на базе бомба? Кто не хочет ставить? Все хотят убить. А, это долб у нас на базе. С бомбой. Да. Нет, не с бомбой, он возле бомбы. Ну, понятно. Я видел на каких-то... Я имел в виду... На каких-то серверах спецназовцы могли бомбу таскать. Обидно. Ну, там, правда, на карте пока... А, блин, черт. Завтыкал. На карте их было видно при этом. Поэт на сервере появился. Да блин. Они, короче, на воротах. Ай, все сдохли. Такое впечатление, будто у них половина команды АВП. Ну да, они все в этих костюмах бегут крутых. Что за говно? Ну зашли админу чисто. На этом сюрке я походу кроме админов нет. А может здесь админка бесплатная? Сомневаюсь. А, как скучно смотреть за двумя АВП, которые промахиваются еще постоянно. Наш победил. Да. Прошли по центру, Дим. Там сейчас будут. Смотри. Ай-яй. Еще ворота. Одну. На воротах куча людей прям. Так, блин, ты говорил по центру? И на воротах куча людей. Ну я одного убил. И наш одного убил. Один по центру прошел. А, вижу. По зиге один. Прошел. Со снайперкой. Блин, опасно было. А и в центре один. И на воротах один. Да-да-да-да. Ой, что-то я его вообще не видел. Ты что, на сзади? Него... Нет, меня убили, сзади сейчас идут двое на тебя. Повернись. А, черт, я испугался. Черт. Мешкал двое.
Я сам затупил. Я на ворота пошел, чтобы проверить, типа, стою на него, смотрю и думаю, это просто темнота. И у меня чих. А вот точно один стоит. И нет, не буду я там. Вот, Оликс. На ворот, короче, люди. Да. И я там сижу, трясусь. Не, не по центру, где наша база. Мне выйти не дают. Блин, на одного убил. Ну, у меня тест ловил. А, все. Они тупо приходят на ворота и все, либо спину убивают нас, а я вот стою, вот всех прикрываю, и потом меня убивают в итоге. Выбегают, 100% спину убьют нас. Снайперка. Что? А. Первый ее сохранить. Сколько можно слепить? Через врата пробежать. Ага, все, без разницы уже. И меня тут заслепили вообще. Давай, бери калаш, пойдем вместе. Там мы в меньшинстве. Ну, а снайпер нужен команде. Ну пойдем да, туда. Не нужен. А вон Зиги. Есть у нас. Вон видишь, в спортивном костюме. Да, давай на Зигу. Он лузер. Погоди только немножко. Говорю, погоди немножко. А теперь боюсь туда вылезать. Они там вдвоем стоят, смотрят. А, поздно уже. Хотя даже как бы... Ты раньше сказал, мне бы это вряд ли помогло. Что, слишком охуенно играть стало, стрелок? Так, ты, Дим, ты где? Я дым забыл купить, черт. На наших, на наших воротах уже вышли, короче, я не успел. Дима, на наших воротах со спины сейчас зайдут. Да, я не могу туда вернуться, меня застрелят. Я через Зигу пробегу. Одного убил, а другой меня убил. Хотя ты мог повернуться и убить его. На Б. Зараза. Он сейчас разминирует, видимо. Ай. Запаривайте, снайпер. Я надеялся, что это он там минирует. Там, видимо, еще один. Надо было на оставить. Там народа вообще не было. Бомба. Чаны! У меня. На а, ты со снайперкой. Чаны. На воротах сейчас пойду, Дим. Вернись. Что так, что так, Син? А я тест на гомосексуальность. Прошел? Да. Да. Там нет, я и там, короче, 52 из 100. То чем больше, тем гомосексуальнее. Я ждал, что будет больше. Ну что, поздравляю. Там есть один. Да, а, да, да. Я ну, пробую его спасти. Давай, давай на Зигу пойдем. А если он в спину зайдет? Ну так что? Вот тут... А, один уже зашел. Зря мы сидели. У него ник такой прикольный. Я уже спрятался. Ну да, их там много. Давай на Зигу, быстро. Побежим. После тебя только. А, ну у тебя скаут. Нет, мало будет толку от него. Мне пекали будут в руках. Ой. Извини. А там жесть, Дим. Ты чё, снайпер надо снайпером убивать. Ты же снайпер. Ну, так я бежал, как танк за тобой. А, черт, еще один. Да у них у всех там это говно. Ну, капец. Теперь нас трое, их пятеро.
Нельзя. На скорострелку нельзя. А чё, мы вдвоем против Фред, слышишь? Мы вдвоем против толпы, давай где-нибудь спрячемся. Не понял, вместо стейера мне плевать. А где наш, да, где наш Сникерс? Ну, у меня какие траблы со Стимом, чё-то он не заходит на сервер. Заходи без Стима. Если зайду без Стима, то у меня только игра работает будет еще. Походу у этого админа волхак. Да, у него волхак. Читер. Побежали на Б. Поставим быстро на Б бомбу. Да толку, он там будет сидеть с АВП. Это бесполезно. Пока сейчас чисто. О, черт, там целая толпень в центре с АВП. Ладно, забегу тогда к тебе. Что за парил, блин? Ты не поставил, нет? Нет, я хотел убить, помочь вам. Теперь он палит бомбу по-любому. Ха, странно. Странно. Ну ладно. А, охренеть. Что-то... Вы слышите, что он говорит? Нет, я игру свернул. А, мы победили все равно. Ты затащил. Это не я, а этот парень, который его застрелил. Он бы успел разминировать. На, падла. Минус один снайпер, нахер. Да хорошо. На... О, на А1. Что-то он не заходит, я заседу почему-то. Забанили, может? Да не, не, у меня... Да. На длине там один был, а вы уже видите. Блин, спалился. Погоди, что двое? Охренеть. Патроны, я думал, разряжаться будет. Ужас, он всех убил. Ты снайпер убил. Я этим доволен. Он больше не выглядывает за тот центр. В центре есть кто-то? Ну там я не видел. Может, они перепрыгнули? Да, есть один. С АВП. Убили его. Да, совместными усилиями. Сзади, сзади, Дима, сзади, сзади, сзади. Прикрой меня. Ого. Спасибо. Получилось. Блин. Как ты в него попал, я не понимаю. Не знаю, я от страха стрелял воздух. На, сидит, как обычно, этот чувак с АВП в центре. На базе у себя или в центре? А, уже на Б. Так, наверное, я уже буду заканчивать, а то глаза слепаются. Эй, пацаны, я там тест скинул. Пойдите, а. На то, гомосексуалисты или нет? Да, Токсин?
Да. Так я знаю тест попроще. Скачай какую-нибудь картинку. Какой? Где голый мужик. Если у тебя встанет, значит ты гей. Не встанет, нет. Всё блин, просто. у меня дохера таких картинок на пике, что-то не стоит. Вот это признание. Ладно, ребят, я уже все. Все, туда я тоже. Всем пока. Пока. Спокойной ночи. Всё, всем...